17 февраля по всей России стартовал проект «Inform Week». Члены участковых комиссий приходят домой к избирателям и рассказывают им о предстоящих выборах президента. В городском округе Люберцы эту работу выполняют около 700 человек. Как проходит поквартирный обход, покажем в сюжете Луизы Егиазарян. Здравствуйте, участковая избирательная комиссия. Откройте, пожалуйста. До выборов президента России еще больше 2 недель, но члены участковых избирательных комиссий работают уже сейчас. Информируют жителей о предстоящем важном событии, рассказывают о способах голосования и учитывают пожелания каждого избирателя. 15, 16, 17 марта состоятся выборы президента Российской Федерации. Вы будете голосовать, будете участвовать? Да. А каким способом? Если придете, а пойти я не смогу. К вам нужно прийти на дом, голосование на дому. Хорошо. Мы можем прийти в один из 3 дней, в любой день. А в какое время удобно к вам прийти? Где-то после 12. Да, да. Хорошо, я отмечаю, что где-то после 12 к вам можно будет прийти. Поквартирный обход представители участковых избирательных комиссий начали проводить за месяц до выборов. Отличить их можно по специальной экипировке, символика избирательной кампании. У каждого члена УИК есть удостоверение и бейдж с персональными данными. В будние дни у нас работа с 17 до 21. Ну, корректируется где-то там до 20 часов. Потому что люди приходят с работы, а ведь не ровно в 17, а кто-то 18-19 дома бывает. В выходные дни не ранее 10 часов мы начинаем работу. А на участке 15.02 обход с территории почти завершили. Из 9 домов остался один на улице Урицкого. Далее члены избиркома повторно посетят квартиры, в которых во время их первого визита никого не оказалось. В основном, конечно, народ настроен позитивно. Агитация идет и на телевидении, и, в общем-то, достаточно широко освещается. Много очень людей, очень много, надо отметить, это дистанционное голосование. Новая форма для избирателей, но удобная. Работа по информированию населения продлится до 7 марта. Далее начнется подготовка к самим выборам. Они пройдут с 15 по 17 марта. В городском округе Люберцы в течение 3 дней с 8 утра до 8 вечера будет работать 173 избирательных участка. Выразить свое волеизъявление жители страны смогут и дистанционно. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.